так или иначе, но я точно знаю, в чем нельзя встречать праздники. Их нельзя встречать в плохом настроении. Итак, как хорошего настроения на эти долгие праздники вам понадобится очень многое, начинайте запасаться им заранее, лучше прямо сейчас. Музыка и стихи Матвея Анечкина «Первая любовь». На сцене Ариана. Весной. Это было будто не со мной. Ты такие говорил слова, что от них кружилась голова. Но где же ты теперь? Я жду, и для тебя всегда открыта дверь. Вернись, моя любовь. Ночь, я снова возвращаюсь в этот дом. Все будто как вчера, все тот же теплый ветер за окном. Но ты, как тебя понять? Шептать или кричать? Я так устала ждать. Я так устала ждать. Неужели ты моя любовь? Заблудилась в лабиринте снов. Где ты, близко или далеко? И тебе, наверное, нелегко. Но только ты поверь, ты знаешь, для тебя всегда открыта дверь. Вернись, моя любовь. Ночь, я снова возвращаюсь в этот дом. Все будто как вчера, все тот же теплый ветер за окном. Но ты, как тебя понять? Шептать или кричать? Я так устала ждать. Я так устала ждать. Первая любовь. Все будто как вчера, все тот же теплый ветер за окном. Но ты, как тебя понять? Шептать или кричать? Я так устала ждать. Я так устала. Ночь, я снова возвращаюсь в этот дом. Все будто как вчера, тоже теплый ветер за окном. Но ты, как тебя понять? Шептать или кричать? Я так устала ждать. Я так устала ждать. Я так устала. «Первая любовь» — это всегда грустно, и, вероятно, вовсе не потому, что все происходит скомканно и не так, как хотелось, а, наверное, потому, что любовь первая, и, как говорится, счетчик включен.